Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня видео про то, у кого глаза болят от монитора, у кого очень сильно болят глаза от монитора. Потому что я занимаюсь профессиональной фотографией и просто делаю монтаж на видео, да? Уже давно этим занимаюсь. И здесь столкнулась с такой проблемой. Очень сильно болят глаза. Просто буквально 15 минут делаю монтаж, и потом целую неделю просто болит голова, и очень сильно болят глаза, и от этого болит вообще уставший весь организм, как будто тебя там проехался трактор по тебе. И вот случайно, и мы уже собрались вообще менять монитор, покупать другой монитор, потому что, наверное, этот монитор мы решили, все это ужасное главное поле. Здесь нарвалась на статью, которую я ссылочку вам дам, там парень, он рассказывает о том, что у него тоже была такая проблема, и он долго искал выход из этой проблемы, как он нашел ее. И прочитав эту статью, я поняла, что можно решить и не продавать монитор. Во-первых, яркость на мониторе мы убавили очень сильно, у нас была яркость 50. Яркость вы можете посмотреть у себя, да? Вот у меня яркость сейчас 75. Мы сейчас работаем на яркости 75. Сережа проснулся. У нас была яркость 50, и на этой яркости можно посмотреть, как мерцает ваш монитор. Оказывается, это мерцание монитора как раз и дает усталость глазам. Как вы можете проверить? Очень простой тест домашний. Это с помощью карандаша, ручки, что у вас есть под рукой. На белом только экране монитора, вам нужно сделать вот так вот. Так, вот смотрите, я убавляю яркость так, до 50. Вот так вот карандашом я делаю, и вот это вот. И я вижу четко, что у меня идут полосочки. Вот такие вот полосочки. Это значит, монитор очень сильно мерцает. Теперь я прибавляю яркость. Я прибавляю яркость. Делаю также тест карандашом на белом экране. Сережа себя увидит. И вижу, что у меня уже вот этот вот шип, так называемый, палочки вот эти вот от движения, вот такие вот палочки, их нет. Вот. И так как я фотограф, мне нельзя работать в компьютерных очках желтых. А они в основном желтые все очки. Что я сделала? Я просто заказала себе белые линзы, белые очки, компьютерные специальные очки. Что он еще, этот парень, рекомендует? Он еще рекомендует, если вам слишком ярко ваш монитор, то он рекомендует поставить серый, как бы такой серый экранчик такой, который яркость будет немножко убирать. Может быть, вы работаете с текстом, а еще есть такие очки в дырочку, специальные такие очки для зрения улучшающие. Можно их использовать, чтобы яркость монитора была меньше. Ну, я просто довольствуюсь вот этими белыми очками, для компьютерными белыми очками. Вот так. Все, если вам было полезно это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания, всего вам хорошего, чтобы у вас никогда не болели глаза, и работа вам доставляла только удовольствие.